Всем привет, меня зовут Саша Горшин, и в этом выпуске расскажу вам, как можно добраться из аэропорта Милана Мальпенса в центр города, центр Милана. Всего есть три способа, как можно добраться от аэропорта в центр. Первый – это такси. Я думаю, как заказать такси, вы разберетесь. Есть много служб такси, поэтому даже вам не рассказываю о них. Я выбирал между двумя вариантами. Первый – это автобус, второй – это поезд. И как вы уже видите, я сижу в поезде. Это скоростной поезд, и добраться от аэропорта до центра города можно за 35 минут. Автобусом примерно минут 50-55. Стоимость билета на автобус составляет 13 долларов. В евро, не подскажу, наверное, евро 11 или 10. А вот на электричку, на поезд составило 13 евро. Это примерно 16 долларов. Я изначально выписал для себя время отправления поезда и автобуса. Прошел паспортный контроль очень быстро. И как раз впритык уже выходил к автобусу. Я надеялся, что я на автобус успею. Я его даже увидел. Мне сказали, что нужно обойти. Вот вы выходите из аэропорта, сразу видите остановку через зебру. Как раз подъезжал автобус, и я понимал, что как раз время отправления было. Надеялся, я сейчас сяду, куплю там билет и поеду в город. Но мне сказали, что нужно обойти на другую сторону, заранее купить билет и уже заходить в автобус с купленным билетом. Я понимал, что, скорее всего, я не успею на автобус, потому что это уже был впритык отправления. Поэтому я решил покупать билет на поезд. Поезд отправлялся на 6 минут позже после автобуса. Для того, чтобы найти поезд, вам нужно спуститься вниз по эскалатору от автомата, где вы покупали билет, и там находится как раз станция, где останавливаются поезда. Но когда я спустился, то уже поезд это время отправлялся. И я ждал еще полчаса следующий поезд. Дождался, сейчас буду ехать в центр города. Обязательно, когда вы будете садиться в поезд, прокомпостируйте свой билет. Компостер находится внизу на платформе, такая маленькая желтая штучка. Туда вы вставляете стрелочкой вниз билет, и сзади вам его компостируют. Потому что проходит контроль по поезду и проверяют, чтобы все билеты были скомпостированы. Находиться в поезде нужно в масках обязательно. Тоже, когда у вас маска приспущена, либо снята во время проверки билетов, вам напоминаю, что нужно маску одеть. В принципе, все. Я думаю, вы поняли, да? Автобус, такси и поезд. Я выбрал поезд. 35 минут время езды, и я буду возле главной станции метро. Там можно будет выбрать, на какую станцию выйти, и уже на метро отправиться в нужный вам район. Я очень надеюсь, что информация была для вас полезна. Меня зовут Саша Горжий. Обязательно ставьте лайк под этим видео, бейте в колокольчик, подписывайтесь на мой канал, и до новой встречи. А встреча будет очень скоро. Пока! Друзья, у меня чудесная новость. Теперь у меня есть сайт, на котором вы самостоятельно можете выбрать тур в любую точку мира. Здесь же можно словить как горящий тур, так и посмотреть актуальные цены на самые популярные курорты и за несколько минут забронировать отель. sashatravel.com.ua. Ну и конечно же, прямо сейчас подпишитесь на мой инстаграм, ведь именно в сторис мои подписчики первыми видят обзоры отелей, которые я сейчас снимаю для вас.